Salam əziz şagirdlərim. Bugünkü dərsimiz 8-ci dərsin çalışmalarına baxacaq. 9-cu dərsə baxacaq. Çalışma. Упражнение номер 1. Kim вы мечтали стать, когда были ребёнком? Siz uşaq vaxtı kim olmaq istəyirdiniz? Я хотел стать. Я мечтал стать доктором. Кем хочет стать ваша дочь? Сизингизни знал махстир. Моя дочь хочет стать парикмахером. Чем интересуется Фарид? Фарид нейна марахланыр. Фарид интересуется политикой. Чем увлекается ваш брат? Мой брат увлекается боксом. С кем он хочет встречаться? С кем он не хочет встречаться? Отчим не görüşmek istemir. Он не хочет встречаться с журналистами. Чем увлекается ваша сестра? Sizin bacınız nəyə maraqlanır? Моя сестра увлекается музыкой и литературой. С кем вы вчера встречали Новруз? Siz kimlə Novruzu qarşılayırdınız? Я встречала Новруз с мамой, с папой, братом и сестрой. Чем занимается в вашем университете, институте? Sizin institutta neyin meşgullar? В нашем институте занимается экономикой. Чем увлекается твоя подруга? Sen refigan neyin maraqlanır? Моя подруга увлекается классической музыкой. Кем стал твой школьный друг? Сенин мектеп достун ким олду? Мой школьный друг стал финансовым директором. Кем работает ее мама? Ее мама работает главным бухгалтером. С кем встречается директор? С важным клиентом. С кем обедает режиссер? Режиссер обедает с молодой актрисой. Режиссер кимнен нахарыдыр. Чем он сейчас интересуется? Охиндинэйнэ марахланыр. Он интересуется русским языком. Чем ты занимался в субботу? Я занимался моей старой машиной. Мен өз көйнэ машинамла мэшулыйдым. С кем вы ходили на концерт? Сиз концерта кимнен гетмиштис? Мы ходили на концерт с нашими турецкими гостями. С кем вы говорили в парке? Паркта сиз кимнен данышырдыз? В парке мы говорили с нашими соседями. Соседи коншу. С кем ты встречался в музее? Я встречался в музее с твоим любимым актером. С кем вы хотите поговорить? Я хочу поговорить с вашим новым работником. С чем вы меня поздравляете? С Новым годом. Ты мне друг или нет? Почему ты не хочешь играть со мной? Сен мэн достум сан ёхса ёх. Сен не мэнэм дэ ойнамах стэмэрсэ. Моя младшая сестра тоже хочет идти танцевать. Что мне делать? Что мне с ней делать? Мэнэм баладжа баджам стэйр мэнэм дэ гитмэя рэксэлэмэ. Мэн онунла нэйдэм. С ней он агёрэки баджадым. С ним... Yəni, məsəl üçün, qardaş olsaydı, onunla nə idi? Hansı kişi cinsi sözü? Я люблю тебя. Я хочу всегда быть с тобой. Mən səni sevirəm, həmişə səninlə olmaq istəyirəm. Что с вами? Вы не хотите говорить об этом? Nə olub sizinlə 4? Siz bunun haqqında danışmaq istəmirsiniz? Ты не хочешь помогать нам?
Ну и бог с тобой. Сен бізе көмек елемек істемірсен? Аллах сәнінләді. Белі бір сөз бір ешмесіді. Бог с тобой. Бог с ним. Бог с ним. Белі ділі чоқақты. Дейір ки, бог с ним, яны, өзім білерсен, Аллахым білер. Кімі белі бір ифаде оқшыйыр. Allah onunladı da özü bilər, yəni mənasındadır. Məsələn, burada deyir ki, bizlə gedirsən gəzməyə. Deyir ki, no boxda bu, yəni istəmirsən özün bilərsən. Məsəl üçün mən deyirəm ki, falan kəs mənim borcumu vermir. Он мне не отдаёт долг, долг, долг borçdur. Ну и бог с ним, ну и бог с ним. Yəni özü bilər də, Allahı bilər. Yəni, boş vermək kimi. Они идут сюда. Onlar bura gəlirlər. Я не хочу встречаться с ними. Они, onlar gəlirlər. Ona görə onlarla görüşmək istəməyəndə olacaq с ними. Это всегда мы вместе с ней работаем. Biz onunla birlikdə işləyirik. Я вас жду. Я хочу поговорить с вами. Mən sizi gözləyirəm. Mən sizinlə danışmaq istəyirəm. Мы идём на пляж. Biz gedirik plaja, çimərliyə. Вы идете с нами? Siz bizimlə gedirsiniz? Я вижу за столом большую собаку. Под столом bir də ola bilər. Bu şəkilçiyə görə burada zada uyğundur, padda uyğundur. Pad altındadır, za arxasındadır. Вы любите спать, стоять перед зеркалом. Düzgün qabağında durmağı xoşlayırsınız. Как ты думаешь, кто стоит за дверью? Sən necə fikirləşirsən? Qapının arxasında kim durub? Вы не спали всю ночь перед экзаменом? Перед. İmtihan qabağıdır. Gecəni, bütün gecəni yatmamışsınız. У нас есть крыша над головой. Крыша над головой ifadədir. Yəni, başımızın üstündə, başımızın üzərində dam var. Yəni, ev mənasında dam, krışadır. У него нет крыши над головой. O demək ki, onun evi yoxdur. Например, у них есть крыша над головой. Yəni, ən azından onların bir evi var da belə. Крыша над головой. Он ищет место под солнцем. Güneşin altında yer axtarır, pad olacaq burada. Место под солнцем, bu da ifadədir. Bu, место под солнцем, belə bir söz var da rus dilində, deyir ki, hamı öz güneşin altında bir yer axtarır. Necə o, bir şey görürsünüz ki, gedir həməşə isti yerə, güneşin altında uzanır, isti yer axtarır. Və insan da ona uyğun, yəni həmişə özünə uyğun, rahat bir günəşin altında yer, yəni ən rahat, ən gözəl bir yer. Onun üçün rahat bir yer. Место под солнцем. Belə deyirlər rus dilində, например, все ищут место под солнцем. Он нашел свое место под солнцем. Kimiz haqqında siz deyirsə, нашел, tapıb. O, öz günəşin altında yerini tapıb. Yəni, məsəl üçün, onun vəziyyəti yaxşıdır, ya yaxşı yerdə işləyir, ya da ona xoş olan bir nə ilənsə məşğuldur. Ola bilsin ki, o insan heç işləmirdi, amma onun üçün belə həyat rahatdır və onda olacaq место под солнцем. Так. Дальше. Bunlar ifadədir. Bunlar daha ətraflı məndən izah etmək istəyirdi də. Bizim dilimizdə bunlar yoxdur. Arada qalmışdıq, bax burada. Значит, самолет летит над Каспийским морем. Над olacaq üzərində Xəzər dənizin. Xəzər dənizi rus dilində, кстати, Каспий olacaq. Каспий, Каспийское море. Xəzər dənizi. Xəzər dənizin üzərindən uçur. Çalışmaları nəhayət ki, qurtardıq. Dərs